Книга «Открытым оком». Тема «Священство», том 3, вопрос 952. Если со священника снимают сан, то теряет ли он благодать? И возможно ли возвращение сана священнику? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. По Библии на этот вопрос ответить невозможно. Обращаемся к канонам. Согласно книге правил, если священник лишается сана законно, то лишается навсегда, и возвращение к нему невозможно. Лишенный сана делается простым мирянином и не имеет права никого благословлять. Если же он просто запрещается в служение за какие-то прегрешения, совершенные им в неведении, то хотя сан с него и снимается, но он может находиться в алтаре. Правило Василия Великого, 27-е. О пресвитере по неведению, обязавшимся неправильным браком, я определил, что должно, то есть пресвитерским седалищем, пусть он пользуется. От прочих же действий пресвитерских да удержится, ибо таковому довольно прощение. Благословяйте же других, долженствующему врачевать собственные язвы, не подобает, ибо благословение есть преподание освящения, но кто сего не имеет по причине греха неведения, то тот как преподаст другому? Того ради да... Того ради да не благословляет ни всенародно, ни особь, и тело Христово да не раздает другим. Ниже иное служение да совершает, но довольствуется священнослужительским местом, да плачется пред другими и пред Господом, дабы отпущен был ему грех неведения.